Здесь мы можем посмотреть распределение токенов, то есть стоимость одного токена 0,50 долларов. Тикет CYK на стандарте ERC-20. Здесь мы можем посмотреть, куда пойдут собранные средства, как будет все распределяться на этих диаграммах. Собранные средства 20% на маркетинг, 15% рыночная ликвидность, 25% разработка продукта и 40% это юридическое лицензирование. Кстати, они ориентируются на рынок Востока. На рынке Востока много инвесторов, много людей с деньгами, но все слабо развито у них в этом плане там. Поэтому CryptoSoul хотят занять эту нишу. На пресейле токен 0,375 долларов стоит, будет скидка 25%. Хардкап 1 миллион долларов. Софткап 1 миллион долларов. Дата запуска 7 августа и продолжительность будет 30 дней. На мейнселе стоимость уже 0,5 долларов. Хардкапа 11 миллионов. Стартовала 24 сентября и также продолжится 30 дней. Здесь мы видим дорожную карту, то есть второй квартал 2018 года. Это совместное предприятие с кувейтскими партнерами. Далее запуск токенов на бирже, то есть листинг. Потом в четвертый квартал это лицензирование на марте, освобождение личной ликвидности. И 2019 год это лицензирование ADGM, выпуск мобильных приложений и бета-версия социальной платформы. Доступ к спириту, скидкам, специальным акциям и программа выкупа токенов. Реферальная программа. Раздел Referrals of CryptoSoul предлагает трейдерам возможность пригласить новых трейдеров на CryptoSoul в обмен на часть созданных ими токенов и получить приветственный бонус в токенах SOC для присоединения к CryptoSoul. Здесь можем увидеть команду проекта. У них большая такая команда профессиональная. То есть генеральный директор это Дэвид Дубрали, это предприниматель с 20-летним опытом работы в Европе и на Ближнем Востоке. У него большой опыт инвестиционных банковских услуг. Далее, соучредитель, член совета директоров это Джин Хоффман. У него есть опыт последовательского предпринимателя, бывшего CEO NASDAQ. И то есть это профессионал своего дела. О каждом вы можете поподробнее почитать, я не буду задерживаться. И если у вас, допустим, есть какие-то вопросы, можете присоединиться к социальным сетям, задать их. Здесь мы видим адрес, где они находятся. В общем, вот такой интересный проект CryptoSoul. Всем рекомендую обратить внимание. Всем спасибо, всем пока.